Всем привет! Сейчас посидела у козочек у своих. Немножко их всех погладила. Они от меня не отходили. Все рядышком со мной. Да, Катя? Кать! Зайка! Зайка! Панда! Убралась у них в кормушках полностью. Вот видите? Дочисто. Более-менее немножко не толстые веточки сюда бросила, остатки сена. Тоже здесь почистила и перекинула вот с этой кормушки. И также немножко, думаю, лапочка, пыльная такая, подлезла. Я тут выкидывала вот эту вот ненужную, как говорится, как сказать, пыль, не пыль, как она вот эта вот, как типа земли. Ну что ты туда полез? Вся вон как поросенок тоже у них прибралась, тоже почистила на утро. Утром будут потом свежее сено кушать в чистых кормушках. Что-то, по-моему, апрелька у нас запросила козлика. Подмекивает, ну так иногда вроде, как сказать, хвостиком подвиливает. Это у нас малышка Страт, поэтому спокойно с ней живет. Да, малышка? Ой, малышка, господи, малыш. Апрелька. Апрелька, ты моя малышка, ты моя лапулька. Хулиганка. Да вот так. Вот так. У нас сейчас в сарае плюс 16. Да, плюс 16. Ты меня съесть решила? Ты меня скушать решила? Завтра. Сегодня я дома с ночевкой, поэтому завтра буду еще подстригать копыта вот этой вот хулиганки. У нее копытца уже отросли. Видно, там загинаются. Вон, видите? Вот. Уже надо подстригать. Уже мешаются, да, скажи мне? Угу. Да, Лорик. Лорка. Зайка, так вообще, куда я, туда и она. Она везде возле меня. Ух ты, моя хулиганка. Катька. Катька. Девчонки, конечно, в шоке. Меня опять неделю не видели. Даже больше недели, почти полторы недели. Игрушка, зачем ты с ней дерешься? Это же твоя сестренка, глупая. Смотрите, что делает. Дерется с ними. За стенкой бесятся козлы. Боюсь просто к ним заходить. Сейчас думаю, они и так вот на голос реагируют, особенно молодой вот этот козлик. Но надо, наверное, зайти будет, посмотрим, как он вырос, как вообще козлик себя ведет, молодой. Лунтик, он молодец, он знает все, как бы уже все как положено у него. А вот молодого надо проверить на шустрость. Ну, конечно, не с козами, а так посмотреть просто, как себя будет вести возле меня. Пойдемте, наверное, сходим к козликам. Ну вот, зашла к козлам. Этот с ума сходит тут. Да, Лунтик? Привет. 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 Этот тоже с ума сходит. Так, что тут? Дай-ка я посмотрю, как тебе зайти тут можно. Ага. Ага. Куда я пройду? Блин. Ничего себе, ты забил сеном. Обалдеть. К тебе даже не пройдешь. С ума сойти. Вот до такой степени закидал сеном. О, пролазил кое-как в дверьку. Прям кое-как. Оп, айда. Ого, ничего себе. Айда, посмотрим на тебя. Айда, красавчик, посмотрим, какой ты стал. В крапинку опять стал. Лунтик тут стенки выбивает. Привет. Привет. Ух ты, хулиган. Бабся. Вась, смотрите, он не хочет даже, он как хвост. Как хвост. А? Куда я, туда и ты, да? Ну отойди, хоть посмотрю на тебя. Вообще ни в какую. Привет, Лунтик. Аньки. Аньки. Ой, хулиган. Ой, хулиган. Не показывает себя, вообще не хочет. Ты посмотри, что.
вообще ни в какую. Не хочет. Но у них тут прохладно, я могу сказать. Сейчас еще зашла, дверь открыла. Привет, Анти, привет. А, два козлища. Один большой, а один молодой. Да, ему в марте год. Поэтому он еще показывает тут свою шустрость. Не хочет показываться совсем. Совсем не хочет. Давай отойди. Отойди немножко. Отойди. Вот, хоть немножко тебя показать. А то совсем не хочешь, да, Бась? Вообще не... А, метит себя. Ой, ну уже Лунтик тут показывается, да, Лунтик? Лунтику лампочку не повесили, потому что он уже разбил одну, оторвал все. Вон, видите, с ума сходит. Он постоянно головой об потолок долбашит. Иди отсюда, вот, блин, облил себя. Фу. О, пометил. Ну так, немножко и цвет у него поменялся. Пятно вот тут вот, которое было, он, ну, уже его не так видно, потому что еще пушок на зиму набрал. Хорошо, хоть немножко пуху набрал. Прям отлично. А этот с ума сходит. А этот с ума сходит. Ну ладно, это мальчишки. Пойду я, отдыхайте. Сейчас свет вам выключим. А то вы реально прям с ума сходите. Да, хулиган? Ты хулиган? Вот. Мальчишка подрос. К весне еще подрастет. Сейчас у нас декабрь месяц. Да, хулиган? Хозяин. Скажи, я тут хозяин, да? Ладно, побегу, а то тоже им уже отдыхать надо, свет выключать. Потому что с ума сходит вот так вот. Да, да, да. Лунтика неделю назад почти... Лунтику привозили девчонку, одну козочку, и к одной мы водили сами, потому что там пожилая бабушка за 80 попросила козла привезти к ней на дом, к козе. Вот он ходил у нас, свою работу выполнял. Молодец. Ну что ж ты делаешь, Лунтик? Смотрите, он дверь выламывает ногой. Он что делает? Он копытами прям по дверям, по бокам. Ой, кошмар. Ладно, побегу я, а то они не будут слушаться. Ну а всем спасибо за просмотр. Ставим класс. Подписываемся на канал. И всем пока-пока.